целях выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения сотрудники госавтоинспекции усилили меры контроля и провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Автоинспекторы производили остановку транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние водителей, а также напоминали о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и вручали тематические листовки. За несколько часов мероприятия сотрудники ГИБДД проверили свыше 100 автомобилей. При этом ни одного водителя в нетрезвом состоянии задержано не было.